Всем привет, дорогие друзья! Как вы догадались уже по началу ролика, сегодня мы с вами на 8-м этапе трассы Таврида. Давненько мы с вами здесь не были и пролетим от путепровода над железной дорогой и дороги на Инкерман и до границ с 7-м этапом трассы Таврида. Ну и как вы уже видите, здесь вот одна нитка, один путепровод в сторону Севастополя практически уже готов, и идут работы вот сверху, уже антикоррозийные работы. Здесь вот мы с вами видим, уже установили деформационный шов, собирали его, и вот он уже на месте. Вот такие здесь работы. Просто когда я пролетел, посмотрел, ну, меня поразило, темпы, конечно, впечатляют. Еще и задача поставлена в 23-м году, ну, будем говорить так, в первой половине 23-го года закончить полностью и открыть рабочие движения по 8-му этапу трассы Тавриды. Хотя срок окончания строительства был намечен на 24-й год. Вот такие новые вводные поступили строителям. Но, в принципе, я и не сомневался ничуть, что сроки будут намного меньше по строительству. Смотря вот на то, что здесь делают, ну, просто строители творят чудеса, молодцы. Ну, вот появился опять 300-тонный кран. С этой стороны уже вот вторую нитку начинают строить путепровода над железной дорогой. Здесь вот, видим, идут антикоррозийные мероприятия, наносят вот специальный состав на металл. Ну а с правой стороны видим, стапель поставили и уже начинают балки пролетных строений вот устанавливать и укрупнять здесь в блоке. Вот посмотрите, уже две балки уже установили. Вот так. Ну и параллельным ходом, забыл сказать, видели, идет строительство опор, промежуточных опор, но и устойные будут скоро делать. Вот видите, сейчас пока буронабивные сваи делают, вот станки стоят бурильные. Техники очень много здесь работает. Работа, как говорится, вот кипит. Ну и с этой стороны вот деформационный шов, переходная плита уже готова. И вот устанавливают, вот с этой стороны еще не установили до конца. Асфальт подошел прям вплотную, первый слой уже подошел к путепроводу. Вот так. Задача-то была поставлена, вот я насколько слышал, там в мае-июне открыть одну сторону движения, вот эту, если ехать из Симферополя в Севастополь, вот с левой стороны, мы сейчас летим в обратном направлении, вот эту сторону открыть по одной полосе в каждую сторону, чтобы перепустить на нее движение и заняться вплотную двумя полосами, которые у нас сейчас находятся с правой стороны. В принципе, здесь тоже очень высокая готовность. Основное это что? Вот сделать насыпь, сформировать насыпь, ну и затем уже, естественно, дорожная одежда уже полегче, и искусственные сооружения построить. Вот такая задача поставлена, но будем следить, как это все будет выглядеть. Самое главное вот в нынешних условиях, чтобы ни на секунду не затормозилось строительство, хотя вот правительство обещает, что никаких сбоев в поставках материалов не будет. Так, ну а теперь вот слева емкости уже вкопали, вот зеленые колодцы выглядывают, это вот будут локальные очистные сооружения. Все стоки с дороги будут вот сначала поступать туда для очистки. Так, ну и мы подлетели к следующему инженерному сооружению. Это мост через речку Черная. Как мы видим, вот с левой стороны устойная опора уже практически готова. Здесь промежуточные опоры занимаются. Ну, собственно, здесь особо-то много и говорить не надо. Все, как говорится, видно. Ну да, речка Черная так слегка обмелела.
Последний раз, когда мы с вами здесь были, у ней побольше воды было вот именно на этом месте. Ну и смотрим с этой стороны, тоже прогресс. Вот с левой стороны новое строительство насыпи было. И здесь практически она состоит из легкой насыпи. Пенополистиролом укладывали. Все этот процесс мы с вами видели. Но до этого еще укрепляли грунты джетсваями. Струйная цементация грунтов была. Так, ну и здесь у нас очередной инженерный проект, инженерное сооружение. Это путепровод над улицей Нефтяная. Как вы видите, с левой стороны путепровод практически монолитные железобетонные работы закончены. Ну а с правой вот старый путепровод начинают демонтировать. Вот уже раз, два пролета полностью убрали, но опоры еще стоят на месте. Уже бурильный станок туда загнали. Просто вот обратите внимание, еще слева и справа уже вот опоры освещения везде установлены. И гляньте, какая красота, вот когда начинает вырисовываться вся дорога, ну просто красиво, как нарисовано. Просто супер. Посмотрите, вот слева и справа уже откосы облагораживают, вот эти сливы, треугольники, видите, делают. Ну и, собственно говоря, вот так будет выглядеть 4 полосы. Вот машины уезжают на временную дорогу именно вот в этом месте, а мы двигаемся с вами дальше. Вот с левой стороны уже экскаваторы планируют прибрежную территорию, наводят марафет. Но и везде вот на каждом участке идет работа. Вот смотрите, здесь формируют дорожную одежду, кусок уже заасфальтировали, еще две полосы. Ну и вот, собственно говоря, сами все здесь видите уже. Улавливающий тупик застелили тканью. Вот не знаю, будут его потом плодородным грунтом еще отсыпать. Пока вот никаких работ здесь не видно. Зато с правой стороны, вот посмотрите, водоотводные лотки делают и формируют насыпь, уже финишный слой, подготовку к укладке асфальта. Выравнивают асфальтоукладчиками, вот укладывают этот грунт и тут же вот катками уплотняют. Вот. С правой стороны еще, видите, подпорная стенка маленькая. Это вот осталось еще от старой дороги. Очень сильный ветер был, но мы с вами двигаемся потихоньку. И слева, вот как муравьи на откосе, люди работают. Экскаватор с планировочным ковшом одно, а вот что люди с грабельками могут сделать, то не сделает никакой экскаватор. Выложить все ровненько. И вот дорога, посмотрите, уходит влево. Определенный уклон нужно выдержать по всей существующей трассе. Но не буду говорить, сколько нужно промиль там это сделать уклона. Скажу, что дорога должна быть видна с каждой точки водителю как минимум 250 метров. И вот такого плана придерживается. Ну и уклон, само собой, как вы видели в начале ролика, самосвал завалился. Ну а фуры тоже, малейший вот снегопад и все, и они становятся. Поэтому уклоны должны быть очень и очень плавные. Так, ну и подлетаем мы с вами, на мой взгляд, сейчас на восьмом этапе к самому вот интересному месту. Ну, Ялтинское кольцо мы не берем, это вот отдельным роликом. Здесь мы с вами пролетим в двух уровнях. Я вот специально прервал там съемку и залетаю с другой стороны. Пролетим поверху, представим вот масштаб выемки здесь, чтобы все видно было. Ну, а на обратном пути уже назенька-назенька так с вами пролетим и посмотрим в деталях. Обратите внимание, какие склоны. Вот здесь сейчас застилают тканью с правой стороны, видите, несколько уступов. Раз, два, три. Вот. И работы здесь вот идут. Подпорная стенка с левой стороны тоже. Ну, с левой стороны еще не до конца комбайном выбрали грунт. Ну, а с правой стороны, видимо, уже вот эта вот отметка. Отметка грунта выбрана. Естественно, еще будет сверху дорожная одежда. И слева
формирует вот уже водоотводные лотки. Заметили, какие мощные водоотводные лотки? Ну, естественно, трассы здесь, такие склоны, воды будет, если вот дождь ливанет, воды будет достаточно много. В этом сезоне ее особенно много вместе со снегом. А в Севастополе все нипочем. Посмотрите вот по сторонам, снегом вообще и не пахнет. Как будто как отдельное государство. Вот едешь по Симферополю, снега полно. В Севастополь заезжаешь, его нет. Вот такая вот, казалось бы, там несколько десятков километров, а уже такая вот разница. Так, ну а теперь мы разворачиваемся с вами. Посмотрели мы по верхнему уровню вот эту выемку. И где мы с вами прервали полет по ходу движения от Севастополя в сторону Симферополя. Возвращаемся на трассу и теперь вот пониже пролетим и посмотрим немножко в деталях. Ну, очень сложно, конечно, летать здесь. Рельеф местности такой, что нужно выбирать такую точку, чтобы сигнал не пропадал коптера, потому что видите, какие зигзаги здесь, и малейший вот такой неправильный выбор, сигнал пропадает. Это, конечно, ничего страшного нет, он домой возвратится, но хочется показать вам плавность хода и непрерывность вот движения коптера, чтобы была единая целая картина. Так, теперь мы смотрим с вами вот эту выемку. С левой стороны сейчас уже подпорная стена, бурнобивные сваи и два ряда вот анкерные балки, видите, закрепили их, и еще будет сверху бетонировать монолитный бетон. С правой стороны делают то же самое, но здесь еще только вот один ряд балок, видите, установили. Как будут они готовы, дальше в дело вступит комбайн и будет срезать дальше грунт. Специально останавливает комбайн, чтобы было удобно работать. Тут ведь и станки стоят, тут грунтовые анкера натягивать нужно, пробурить скважину, а там ну, разной длины, до 28 метров протяженность каждого анкера. Поэтому вот столько техники здесь и работает. Вот этот пакет из балок, двутавровых балок, двух, их сваривают в пакет, вот хорошо здесь особенно видно, вот с левой стороны. И потом на временные полки устанавливают и анкерами крепят, натягивают. Ну, анкер и якорь, как работает, я думаю, все знают. Вот, в частности, стоит экскаватор. На стрелу установлено навесное оборудование и идет вот процесс забуривания грунтового анкера в тело этого склона. Только пыль стоит, все белое, техника вся белая. Ну вот, и посмотрите, на грунте тоже все белым-бело, такой вот мелкий порошок. Вот так здесь выглядит стена. Мощные такие крепления. Ну, естественно, сейчас мы вот с вами, когда поверху летели, видели, какой вот откос, какие склоны, какая мощная выемка. А все это делается только потому, чтобы вот достичь определенного плавного уклона. Самая нижняя точка вот на восьмом этапе — это точка, где река Черная протекает. То есть если ехать из Симферополя до реки Черной, спуск, ну а после, как переедете через мост, начинается опять подъем. И все нужно это выдержать уклоны и сделать плавненько. Вот сколько техники именно этой работы сейчас занимаются, устройством грунтовых анкеров и крепления вот этих пакетов. А вот здесь вот, посмотрите, уже стенку забетонировали, вот так она будет выглядеть. Ну, конечно же, еще ее облагородят. А с правой стороны еще вот выемка должна быть приличная, видите, да? Так, ну а мы двигаемся с вами дальше. С левой стороны вот емкости, пожарные емкости уже вкопаны давно, причем и видим вот красные колодцы. Это говорит о том, что это пожарные емкости. Двигаемся дальше, и здесь у нас еще один интересный объект, это тоннель. Здесь у нас развязка, заезд на полигон твердых коммунальных отходов. И чтобы в двух уровнях сделать эту развязку, вот для этого строят тоннель. Протяженность тоннеля 30,5 метров.
внутренняя ширина от внутренних стен тоннеля 8,5 метров. 4 открылка, как мы видим. И сейчас вот уже установили опалубку и заармировали перекрытие. Перекрытие тоннеля. Уже вот виброрейку туда принесли, я вижу. Привезли. И готовится к бетонированию перекрытия. Такое мощное бетонирование. Сверху на этим тоннелем пройдет трасса Таврида. Ну, здесь, естественно, видим вот открылки. Грунт еще до конца не выбран. Когда движение перепустят, можно будет дальше уже вот грунт раскапывать, чтобы был выезд оформлен. Сейчас этого сделать нельзя, потому что с той стороны идет дорога. Движение ведь не перекрывали ни на секунду. Общественного транспорта, автолюбители, все это вот движется. Единственное, что вот по временной схеме запустили все длинномеры через Инкерман. Пассажирские автобусы все идут через Инкерман. Здесь в основном вот легковые автомобили, ну и строительная техника, естественно, потому что уклоны здесь достаточно приличные. И в районе улицы Нефтяная постоянно, как фуры попадают, вот улетают. Сегодня, кстати, там еще одна фура завалилась на бок. Ну, а основная часть идет через Инкерман. Вот так выглядит тоннель. А мы с вами продолжаем движение в сторону седьмого этапа, где соединятся восьмой и седьмой этап. Вот слева видите, вот так идет уклон дороги. Это уже вот новая трасса, а справа временная дорога. То есть, о чем я говорил, вот перепустят движение автомобилей на левую дорогу, на левую сторону дороги, а правую вот здесь еще нужно будет грунт срезать тоже, чтобы добиться плавного уклона. Вот именно, видите, с одной стороны на другую движение переходит, и там вот уже 4 полосы новой дороги, как будет. Вот оттуда уже надо будет срезать в уровень, вот с правой стороны срезать в уровень, как на левой. Ну и вот здесь все понятно. Сейчас вот летим дальше, видим уже вот так будет выглядеть 4 полосы, но, к сожалению, не всегда бывает все ровно. Видите, как склон уже застелили геотканью, но произошел вот оползень такой. Теперь вот геоткань сняли и нужно будет вот переделывать. Засыпало лоток, где должен быть. Но таких, кстати, вот оползней на седьмом этапе достаточно много тоже. Так что там тоже нужно будет переделывать. И вот такая красота здесь, дорогие друзья, получается. Посмотрите. Мощные водоотводы, насыпь. С правой стороны уже стоят опоры освещения. Вот восьмой участок будет полностью освещен. Ну, довольно-таки сложное строительство. Вот из всех 8 участков трассы Тавриды, вот этот участок самый сложный, самый трудоемкий. Я часто по всем езжу. Но это вот, да, вот такой рельеф местности. Здесь большие выемки грунта. Ну и вот, смотрите, с левой стороны готовая дорога уже, вот лотки, с правой только еще строится. Но будет также все красиво. И подлетаем практически мы с вами к границе 7 и 8 участка. Вот ее хорошо видно будет. Особенно с правой стороны. Более темный асфальт и более светлый. Вот это граница 7 и 8 участка. Вот мы сейчас ее пересекем. Естественно, там временный такой вот из водоналивных блоков сделали. Разъезды, заезды по временной схеме. И вот мы с вами уже на 7-м этапе трассы Таврида. Вот такая здесь, дорогие друзья, ситуация. Ну а пока вы смотрите, хочу вам напомнить, чтобы не забывали подписываться на Яндекс.Дзен, на Рутуб. Хочу поблагодарить всех, кто помогает мне в поездках по Крымскому полуострову. Вот сегодня мы с вами в Севастополе. Огромное вам спасибо. Ну а это вот сейчас мы немножко проедем с вами по
новой дороги. Вот мы в конце ролика летели сейчас над этой частью дороги, а теперь по ней проедем. Движение идет по левой стороне, а мы вот по правой слегка. Вот начинается восьмой этап. Седьмой этап, извиняюсь. Ну и погнал дальше в сторону Симферополя. На этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, еще раз скажу, на Яндекс.Дзен. И спасибо всем, кто помогает в поездках по Крыму. До свидания.